сейчас Феликса сфотографируем. Папа. 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 Нет, его, конечно, волки намного больше интересуют, чем... Чем всякие мишки. А волк убежал. Здесь только одни мишки. Ну ладно тогда. Да, мы с тобой друг друга снимаем. Настоящие китайские туристы. А вот он волк. Филюш. Филюш, собачка. Собачка. Не пугай их, любим. Они тоже хвостами виляют. Филюш, тебя сейчас током как ударит, мой дорогой. Волки, видишь, это волки. Волки. Серый волк зубами щелк, как в книжке. Феликс, видишь, хочет с ними тоже поиграть. Тут мишка пришел, всех разогнал. Ну да, такой ленивый. Филюш, здесь еще собачка. Вон собачка. Иди вперед, собачка. Филюш. Вон собачка, вон собачка. Иди, 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 вон вперед, вперед, собачка. Вот собачка, да. Бока заперекладывал. Но он реагирует не на так простых собачек. То есть, видишь, он чувствует, что здесь что-то еще. Ну, пока дальше пошли с ним.